Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня я приготовлю израильскую яичницу шакшука. Готовится очень быстро и вкусно. Какие ингредиенты нам для этого необходимы? 4 яйца, томатный соус, половина репчатого лука, 1 перец чили, соль, орегано по вкусу. Сначала нарежем полукольцами лук. Затем нарежем острый перец чили кольцами. На разогретую сковородку нальем немного оливкового масла и обжарим до золотистости лук. Добавим томатный соус. Немного орегано. Острый перец чили. Все перемешаем. Потушим все буквально 1 минуту. Делаем небольшие 4 лунки и разобьем в них яйца. Не забудьте немножко посолить. Закроем крышкой и оставим до готовности. Израильская яичница шакшука готова. Всем приятного аппетита и до скорой встречи в следующем видео. Пока!